Перед началом ролика я решил ответить на вопрос, который вы очень часто мне задаете ВКонтакте. Где я играю и можно ли вступить ко мне в трайк? Что ж, давайте я тогда вам сейчас сразу отвечу. Несмотря на то, что сейчас выходят ролики с прошлого сезона PvP Аркавы, я сейчас играю на новом сезоне PvP Аркавы, который стартовал 31 августа. А неделю назад мы играли на PvP PvE кластере Аркавы, и для PvP PvE кластера есть некоторые правила, которые не совсем устраивают наш трайп, поэтому мы не стали доигрывать полностью сессию до конца и решили перейти сразу же на свежевайпнутую PvP сессию. Ну а по поводу набора в трайп на этот сезон уже трайп собран, и следующий набор в трайп будет уже после вайпа. Вот. Ну а теперь видео. Черт, ребят, вы просто сумасшедшие. 1200 лайков буквально за сутки. Мне кажется, что это далеко не предел, и мы можем намного больше. Давайте теперь собираем 1500 лайков. И сразу выходит еще следующее видео. Оно уже готово, оно просто ждет публикации, ребята. Поэтому сразу же ставь лайк и приятного просмотра. Всем привет, ребята, сейчас мы находимся на сервере Аркава, это кластер у нас PvP и карта Island. И мы все-таки нашли место, куда сбежали эти ссыкуны-пантеры. Ну и, соответственно, перенесли весь свой лут сюда же. И сейчас мы планируем их немного погриферить, посмотреть, что у них есть на улице, может быть, отстрелить какую-то живку, может быть, еще что-то сделать, взорвать. В общем, сейчас будет видно, что у нас получится сделать. Ну да. Опа, у них кицаль на улице есть. Да, надо вынести. Мы их вынесем. На пассиве. Есть проход это... На срезов нету. Застроен... Ну там, две турели. Насажен. Ну да, они там что-то. А мы что-нибудь кроме фишек крафтили? Там ракеты, ракетницы, например. У нас ничего нет для рейда. Ракетницы я видел, приезжали. У нас ракеты нету, надо ракеты крафтить, у нас никто их даже не делал. Да и вообще мы ничего не фармили, мы только с рейдов что-то приносим. В смысле, вроде там что, забиты своды? Да у них тут кицарь стоит, как я понял, Коля на него нацелен. Ну да, я его хочу им слить, он походу без наездника, тут пацана я пока что не вижу около него. Ебать, там бомж на плоту рассекает. Это я. Блин, как я мог тебя не узнать? Все, кицарь отъехал. Бля, сука, нет! Сука, ебаное животное, я чуть по турке не улетел. Ну тут 122 ракетницы. Нормально, пойдет, пойдет. А чё, вы уже рейдите этих на Айленде, что ли? Не. Мы так балуем. Мы так чисто постреляться, погриферить их пришли. Может быть сейчас еще и налутаем, кстати, чего-нибудь. Так, там, по-моему, что-то есть внутри. Аргентик. Голем такие? Вполне. У нас там стоит огромный голем, который... Не, 460 выстрелов. Он сагренный, блядь. Или нет? Его уводят. Да, его увели. Увели птицу. Сейчас они выйдут. О, поставили. О, летает там хуйня. Блин, какого хрена у него хитбокса нет? Залететь же на нем не может туда, да? Ага. Да, там проход слишком маленький, он не помещается. Спасибо, блядь, её. Кицаль! Чей? Дети. Сука, увели, он вообще в говнище красный остался. Что мы сделаем? Пошли на Верену мою запрыгни. Потом. Давай. В смысле? Запрыгни, блядь. Нихуя! Ты ебанулся, столько став оттаскать, блядь. У меня немножко камня просто. Ну чё, давай, полетели. Выкидывай! Да какой выкидывает? Мне нужен этот камень, отстань. По тебе стреляют со снайпом. Да ладно, я знаю. Коля, дай снайпу, быстрее, Виверну. Пацан бежит, тихо, кратко. Я выцепи его. Да вернись на базу, возьми себе снопу, у меня одна. А они, блядь, шарят, с крыльями бегают. У них, значит, что-то на апере есть. Это не значит, что у них что-то на апере есть. Зайти подолбить кристаллов, это... Один даун отъехал. Где его всего лишь-то? О, нихуя там мне попасть. Гуминг меня только со второго выстрела убил. Хоть я просто стоял и ткашил. Бам, нахуй, там стоит. Алло, у вас пацан прямо на скале бегает. Садись на Виву и жги его, блядь. Блядь, похуй, сейчас сам сожгу, если успею. Сука, вот он косой. Ой, я возьму огненные стрелы и мать. Ой, блин.
Сука, да, он убегает, он успеет, нет! У него там буквально 50 хп осталось. Димуль, я беру сайты, блядь, более осторожную, блядь. Димулька, тебя... Да не, телок меня не убьют, забей. Охуеть, по мне стреляют, какие нихуя себе. Сейчас их попробуй с другой стороны обойти. Как ты зайти так сможешь, осидишь? Куда, блядь? Ты же зайти, блядь, зайти можешь. Удивительно. Бильбо, с тобой, блядь. Один съебался. Еще один, Коля, блядь, сзади, сзади! У меня там плот с паниками. Он не смог меня гарпнуть. Сможешь там кровать поставить? Перевесит. Ну, сделай кровать, поставь. Убил гомосека. Да в смысле сделай? Ща... Сгорел? Залутай его крюком. Так, плот есть. Сейчас надо будет тут построить небольшую буточку с геником. Ну и, соответственно, немного турели нахреначить. Сделаем из этого плота такой переносной маленький дот. Они как раз... Будет небольшое прикрытие. Еще это в конце турки. Заряжай. Я так по 200 заряжаю. Все. Короче, план такой. Байтим этих бичей, они идут вас убивать, а я подплываю на лодке и перекрываю им вход, окей? План, конечно, хороший, но мне кажется, эта лодка больше 20 минут не проживет. Все, я готов. Там медуза. Это гор, давай, где вещи? Давай сюда его раскидывай. Они разбегутся за это время, пока мы тут хуи дрочим. Может быть, ты не будешь дрочить и сделаешь хоть что-то полезное? Уже бы давно приплыли. Ну, блядь, я поехал по пути, заебали. Так, стой, вот тут высади, вот тут высади. Десантируй. Десантируй, да. Быстро, блядь. Так, все, я слез. Все, ты свободен. Понасажали своего дерьма тут. Да не говори. Пацаны, слева, Дима, плыви сюда на плоту. Свет. Алло, Дима, ты где? Я в капкане, блядь. Крюками, да, попал. Да чё крюками, я в капкан попал. О! Да ебать, и челик не умер. Все, съебал. Правда, как он выжил, хз. Вытащите меня. Стоп. Тащу челика, тащу челика. Дай на плот. Стой, стой, плот, стой! Стой, стой, стой. Да ты-то чё прыгаешь? Уходи, он тебя минирует. Ща я его спалю уже. Открывай, блядь. Ебор. У него лоу хп. Вот сейчас можно ближе к берегу. Все, стамана. Все, норм. Вот две винтовки будет легендарные. Почти 30 сижек. Будет кто-то пытаться без стаса? Давай я попробую. Так, стой, 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 не двигайся, не двигайся. Блядь, сроки! Сука! Он пробил, да? Все, залутал. Все, заебись. Ухожу. Можешь уходить, да. Бляж, бля! Тебе по кайфу головой танковать? Все, убил, а, пидора. Ох. Дайте сейчас вот это лоха лутаем и через луч уходим. Не ёбнули на плоту? Нет. Все, залутал, давайте пошлите на лучше. Так, это высади меня, Ксения. Что же, ребята, сейчас следующий день, мы собираемся к ним в гости, и я думаю, что выйдет еще что-то более интересное. Мы взяли с собой пару големов. О, записочка. Скоробей. Как по хп? Так, кто сможет принести сюда диадох? Блять, а не проще было идти со стороны, сука, входа? С этой стороны проще взрывать. Я как позитив это рассказал, да сразу все базу начал чекать. Дайте постою по бафу тут пока что. Диадон еще приведите, там лучше где-то был рядом. Ну или садись на Диадон. Блять, я суицидил, суицидиться собрался. Бэм, блять, дайте ракет. Неплохо. Все, разряжен. А, так они уже все разрядились. Блять, в какого голема я выкладывал? Бери сишки, взрывай. Да все, воля Всевышнего. А на львишки. Силочки. Ай, блядь. Всевышний не на твоей стороне. Ладно, наверное, хватит. Хорошо. О, минус, всё, блядь. А чё он стоит? Чё, блядь, как он стоит, су? Подожди, может, ещё не прогрузилось. Чё, он упадёт, не упадёт? Давайте сделаем ставки. Сейчас, скажу. Сейчас. Или у меня крюкошка сквозь пролетает, алло, блядь. Да потому что он сломался, всё. Всё, пропал. У кого ракеты? В големе, который хилился. 15500 года называется. Тащите, блин, пиво, ты туда не добежишь. Так мне кажется.
ты в меня не веришь, нам? Нет. Зато честно. Я в тебя не верю, что пошел нахуй. Смотри, что тебе они сделали. Они, короче, билборды поставили, чтобы плот не заплывал. Ебать, только увидел, это еще вчера. О, бильбо разряжай. Давай, бильбо разрядчик. Ну, я пробую. Чего? Алло, где ракета? И, блядь. Я теперь тут жить буду, пацаны. А ты что там делаешь? Я? Тут моя новая база, у меня тут турель есть. Ох, ебать. Все сломал. Да. Сейчас фундамент будет, скорее всего. Отходите, отходите, блядь. Так. Да, все упал. Да, да. Всем привет. Там же их шесть. Здорово, можешь зайти помочь. На тушканчика. Бомбит. Зачем тушканчика-то, сука? Отцепи. Живодер, блядь. А если бомбит-то сбреет? Земля пухом бомбита. Я выращу нового. Хватит броню портить. Так, сейчас, смотрите. Сука, он топовый. Машина для клонирования. Бомбита. Будем клонировать мобиль. Его просто распидорасило. Сука. Смотрите, сейчас все будет. И без мобита. Чё ты опять передумал? Мобита тут просто лишний был. Дерматолог. Короче, загружай всех треков. Ёбаный в рот, бля. Нет, убил! Сука, 266-й тушканчик был, блядь. Тушкан, ой. Короче. Охуеть, Коля. Да я третий стрелял. Мамбита, не говорите, что он сдох. Мамбита, не говорите, что он сдох, хорошо. Ладно, не скажем. Хорошо, хорошо, сейчас логи заскриним, ему отправлю. Хорош. Охуенно. Просто красиво. Меня замутали, да? Это все дух Мамбита. Вы его хоть похороните-то, блядь. Не, не могу тут пока фундамент ставить, блочит. Чё, ставится чё-нибудь? Не, блочит, у них где-то билда стоит. Же всё гейтами, блядь, спамлит. Плюс дот я не до конца взорвал. Никто его не взорвал. У них либо в пещере что-то блочит, либо снаружи. Ебать! Это чё сейчас было такое? Ебать его нахуй! Чё случилось? Чё, он там со стула упал, что ли? Чё раз там загорал? Я не знаю, он сейф взорвал. Походу он им... А. А, прикольно. Чё тут? Бля. Чё? Чё? Короче, можно новый дом. Ебать! 150 тяжей! Пиздец! Сука, куда крюки кошки? Оп, сука! На турки тащи. Блять, кто-то звал. Под голем, под голема. Кавай нахуй. Здорово, давай поговорим о жизни, а? Как? Вот, почему сука, не с ней! Не, не, видно? Не с ней, блин! С кем не нет, типа, вообще вся броня. Нормально винтовочку принес. Челик в трайка, челик в трайка! Так бейте, 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 о, алё! А, нормально, у меня там турель стоит внутри уже. Кто-нибудь оставайся ещё на турель. Окей, окей, да. Его мои турки поимели. Команда не он больше о, не выйдет оттуда. 45 сижек. Он просто когда Руслан еще не поставил выше. Сижками все красно. Нет, нормально, пацаны тоже нам подарки делают. Ну, нет, давайте. Я знаю, короче, такая тема есть. Берем, застраиваем плот, ставим максимальное количество этих построек, и они сишку на него не может класть. Все, они живут там. Что это за генератор безумных идей просто? Давайте, что, готово? Давайте, прыгаем. Поплыли. Давайте я первый, окей, бля. Охренеть, что так быстро? Давайте на счет три. Давай. Раз, два, три. Стамина не бесконечная. Все, поплыли, поплыли. Блин. Кто-нибудь успел положить? Взорвал, взорвал. Изи, бля! Изи! А я сказал, что дерматолог все сделает. О, еще что-то взорвали. Опа.
Опа, сейчас я чекну. Это сишка взорвалась. Да, это походу твоя была. Ну а ты вбивай, у них вообще самую бесполезную животную, по-моему, в трэпе. Это, блядь, не человек, это какой-то... Пацан просто свою базу дефает с музыкой 8. Ещё взорвали. Сука, там тектурки. Тектурки? Да. Ты такого, что там осталось? Да нам там дальше даже не надо, мы пришли по грифель-то не рейдить. Нам так чисто с них лут выбить. А Рекс не проходит туда? Пробовал, чуть не застрял там. О, нормально, я дот из их ресов построил. Все, туда. Давайте быстрее, я их тут пока держу, вы все выгрузили? Да, сейчас я подхожу, выгружаешь. Давай. Выгружай. Все, хорош. О, там кого-то пидор убило. Ля. 100 слотов еще в трансмиттере. Так, дизел тает того чувака, я пошел. Я... Со всех, короче... Капец, мы с них лута подняли, это так. Жесть. Короче, а можешь весь трансмиттер залутать и тэпнуться? А ты иди того чувака залутай. Ща. Я все свое скину, все, что я налутал с них. Блять, вам не что-то такое? Так, и только крюки возьму себе. Надо будет еще тэпнуться, тут еще 64 слота лута. Что это? А, вижу, пацана. Иди сюда, гандоныш. О, загудаянк. Гомосек. Лутай. Хера! У него вообще тут лута под завязку. Пиздец. Ну-ка, кто там еще есть? О, еще одно вижу. Здорово, друган! Как дела? Китти. Они что-то в голосовой, что ли, говорят? Еще комбатит. Слушайте, мне кажется, мы вообще можем даже ни хрена не фармить, они нам все сами дают. Опа, еще один Рэмбо бежит. Ну-ка, иди сюда, дружок. Опа. Просто как детей. Просто как детей. Тупо изи лут. Придите, пожалуйста, еще кто-нибудь. Тут уже трансмиттер их лутом опять забился. Ну, давай. Ну чё ты такой скромный, чё ты боишься? Давай, смелее, иди сюда. Давай, хорош, давай, поближе, давай. Ой, вот Руслан зря-то так. Опа, поймал. Еще плюс композитка. Блять, я не могу, сука, это какие-то дебилы. Фармбазу. Так-то да, фармбаза оказывается. Но она была, понимаешь, до вот этого момента, пока они сюда не заселились на Айленд, она была основной. У них там весь лут был. Чтобы заселиться сюда. Ой, Руслан, ты рискуешь, пиздец просто. Паучиху угрохнут, да и все. Руслан, ты сейчас просто довыебываешься, тебя хукнут. Бля, я тебе же сказал! Поймал! О, красавчик. Руслан, не умеешь, не суйся. О, там еще кого-то разъебывают. О, загудаёнка еще один. Момент с Дрейком. Такой. Опа. Же, короче. Ну-ка давай, дружок, ты тоже сюда иди. О, тащишь. Второго. О, изи. Суицидник тоже не выстрелил. Кстати, бля... О, блядь, смотри, сколько. 200 фундаментов. Это жесть, просто как можно вот настолько сильно отдаваться, просто весь став свой дарить. Ну-ка, сейчас попробую. Одну турку им на входе сломал. Там, которые сначала были? Да. Все, давайте, собираемся. Все, собираем, выгружаемся, пошли обратно на базу. Так, сейчас последнюю турку забираю и все, уходим отсюда. Мы с них пиздец сколько став налутали. Мы бы сами на это 3 дня фармили. Давайте теперь собираем 1500 лайков. И сразу выходит еще следующее видео. Оно уже готово, оно просто ждет публикации, ребята. Чернота течет по венам, годы
Королевская корона на королей. Я ведь ложил, но не тузы, а